море. Как красиво. Откуда ты узнал? Что? Лилии. Это же мои самые любимые цветы. Просто я немного ясновидящий. А сегодня какой-то праздник? Или цветы просто так? Каждый день, который мы проводим вместе, для меня праздник. Боря. Я люблю тебя. Я никогда тебя не обижу, слышишь? Ты у меня такая красивая. Боря, я так счастлива. Я тоже счастлив. А чего ты хочешь сейчас больше всего? Хочешь шампанского? Нет. Я бы хотела уплыть куда-нибудь с тобой далеко-далеко. На острова. А давай поедем на Валаам. Я так давно мечтала. На Валаам не получится. Я в Швецию улетаю на стажировку. Мне документы сейчас надо делать. В Швецию? Ты не говорил. Надолго? Нет, на полгода. На полгода? Ну, чего ты? Полгода – это не срок. А потом я вернусь, и мы все время будем вместе. Я тебе обещаю. У нас с тобой программа минимум. Двое-трое детей, большой дом, и каждое лето моря и океаны. Как тебе такой план? Я согласна. Я тебе писать буду и звонить буду каждую неделю, я обещаю. Ну что ж ты пирог не ешь? Спасибо, не хочу. Ну тогда пей чай с лимоном. Александра Григорьевна, Боря уже давно не пишет и на звонки не отвечает. Я хотела узнать, с ним все в порядке? Все в порядке. Ну ты же сама понимаешь, зарубежная стажировка, нагрузки более чем серьезные, и времени катастрофически не хватает. Должна вам сказать, в общем, я беременна. А Боря в курсе? Нет, я хотела лично с ним поговорить, ну, или хотя бы по телефону. Наденька. Тебе нужен хороший врач. Я дам тебе телефон моей подруги, мы все решим. Ну, я думала, что мы с Борей... Наденька, тебе же 19, да? Да. Куда вы так торопитесь-то? У вас будут еще дети, вам сейчас надо думать о будущем. Ты же студентка, верно? Третий курс медицинского. Вот, так мы коллеги. Надюша. Ну, дети, это не шутка, это ответственность. Наденька, детка, послушай меня внимательно. На Борю не рассчитывай. Боря и ответственность – это два совершенно разных полюса Земли. У него у самого еще ветер в голове гуляет. Одной тебе растить ребенка будет очень тяжело. У тебя будут еще дети.
Ладно, спасибо. Я все поняла, извините. Надя, подожди. Вот это телефон моей подруги. Я тебя очень прошу, не откладывай. Послушайте, Ольга, в вашем случае тромбофилия излечима. А вы еще сможете выносить и родить здорового ребенка. Но я ждала этого ребенка! Сейчас! Ольга, успокойтесь. Вы еще молодая, у вас еще будут дети. Хватит! Хватит меня утешать! Вообще, оставьте меня в покое! Надежда Андреевна! Надежда Андреевна! Надежда Андреевна, ну как же так? Ну ведь Ольга же здорова была, она же у вас наблюдалась. Все верно. И я рекомендовала Ольге сделать дополнительные исследования на определение уровня Дедимера. Если бы Ольга сделала этот тест, ничего подобного не случилось. Мы бы вовремя начали лечение. Но Ольга, к сожалению, мои рекомендации игнорировала. Ну, мы же не знали, она нормально себя чувствовала. А потом страховки же нет этих анализов. При чем тут страховка? Я же назначаю эти исследования не просто так. Я 2 раза ей звонила и напоминала. Я даже ее на прием записала. Но она не пришла. Господи, ну у нас в роду все женщины всегда так легко рожают. Я подумать не могла, и Ольга тоже. Ладно. К сожалению, уже все случилось. Но это не приговор. Вы просто делаете то, что говорит врач. И в следующий раз Ольга сможет нормально родить. Точно? Или вы меня просто успокаиваете сейчас? Ничуть. У нее все будет в порядке. Извините, мне надо идти. Надюш. Ну, что ты себя изводишь? Всего предусмотреть невозможно, тем более все рекомендации ты дала. Что еще? Но первая беременность долгожданная. Надюш, ну твоей вины в этом нет. Давай без этой лишней самокритики. Ну, в конце концов, как это не цинично звучит, все мы учимся на своих ошибках. К сожалению. Напоминаю, дорогая коллега, что у каждого врача есть свое кладбище. У плохого врача кладбище побольше, а у хорошего чуть поменьше. Да. Господин Касьянов умеет утешить. Анатолий Олегович, ваши глубокие философствования сейчас вообще не к месту. Вы видите, в каком она состоянии? В нормальном состоянии. Ладно. Все, соберись и давай работать. Я пошла в операционную. Свет. В холодильнике заливное съешь потом, а то твои наверняка все смели, останешься голодной. Спасибо, с удовольствием. Давай. Вам бы, Наденька, заливное не подругам готовить нужно было, а уж, простите, мужу. Анатолий Олегович, вы не отвлекайтесь, а то проиграете. Вот и накаркали. Игорь Владимирович, проиграл.
Хочешь, мы с тобой на выставку сходим? Абстракционист. На выставку? Угу. Хочу. Ну и хорошо. Давай, кто там у тебя? Так, Оболенская? Да, Оболенская. 7-й смотровой везите, живи. Ирочка, меня дальше не пустят, но я здесь останусь. Слышишь меня? Я никуда не уйду. Доктор, я вас очень прошу, помогите ей. Любые деньги. Так, какие деньги? О чем? Так, во-первых, не ходите здесь одетые. Пожалуйста, подождите там. Я сейчас вызову вашего врача. Извините, спасибо. Наденька, подойди, пожалуйста, 7-ю смотровую. Ага. А потом ко мне в кабинет зайдешь? Да, спасибо. Это Боленская, Елена Николаевна, 36-я неделя, первая беременность. Была на осмотре с жалобами на отечность. Да, на таком сроке это бывает. Да, мы там сделали КГ плода, обнаружили какие-то нарушения сердечно-ритмии. И тут анализа на додимер нет. В общем, ты разбирайся. Надо ее у нас пока оставить. Понаблюдаем в динамике, да? Нет, Игорь, ее надо кесарить. Ну... Вообще-то вот еще мало. А чего ждать? У моря погоды гипоксия плода как минимум гарантирована. Посмотри. Ну, ты лечащий врач. Тебе видней. Посмотри еще раз, хорошо? Хорошо. Да, и поговори там с мужем, а то у нас приемная бьется головой об стену. Ладно? Ладно. Так. Простите. Вы муж Оболенской? Да, я. Надя, ты? Боря. Что с Ириной, что с ребенком? А нужно делать кесарево. Она не доходила еще. Я знаю, но ситуация слишком серьезная, мы не можем рисковать. Послушай меня внимательно. Во-первых, нужно твое согласие на операцию. Ты подпишешь документы? Да, конечно. Во-вторых, Ирине, возможно, понадобится кровь. Моя подойдет, у меня вторая группа. Нет, у нее первая. Ладно, найдем. Господи, да успокойся ты, на тебе лица нету. Ну, ты понимаешь, она сознание потеряла возле консультации. Я на руках ее к машине нес. Боря, послушай меня. Ира молодая, сильная женщина. Она справится, все будет хорошо. Надь, я тебя прошу, помоги, потому что, ну, Ира для меня все. А ребенок, он такой долгожданный. Боря, успокойся. Иди попей кофе, вон там кофе в машине. Да какое кофе? Я тебя прошу, иди. Я тебе после все сообщу. Спасибо. Надежда Андреевна, с вами все нормально? Да, пойдем. Скальпель. Все в порядке. Сейчас. Только кровотечение. Светосокращающее. Вика, зажим. Еще. Не останавливается. Кажется, надо удалять матку. Так, подожди, я еще рожать. Так, я попробую перевязать подвздошные артерии. Зажим. Справа вроде остановилась. Нет, слева, Надя. Давление. 80/50, пока больше не падает. Нет, я очень сильно рискую. Спокойно. Я все сделаю. Ручки немножко в порядке, но проблемы с дыханием. Готовьте ИВЛ. Нет, ты просто умница. Высший пилотаж. Устала? Игорь. Вообще-то мы вместе с тобой оперировали. Не-не-не, девчонку ты спасла. Если бы не ты, я бы все вырезал чертовой матери. Потом мы бы ее потеряли, если бы не кесарево. Да, малышка уже в гипоксии была. Придешь сегодня ко мне вечером? Ребята, вот у мамы будем одни. Нет, говорю, ну не надо. Что такое? Никто не смотрит.
Ну, ты же знаешь, что я не хочу афишировать наши отношения. Ну, почему? Я разведен, ты вообще свободен. В чем дело? Все равно, ну, отпусти. Отпущу, если пообещаешь прийти. Мы же договаривались. Без обещания и обязательств. Да помню, помню. Я, правда, не спросил, почему? Потому что обязательства все портит. Да? Так думаешь, ну ладно. В общем, ты приходишь, да? Да. Обещаю накормить чем-то неимоверно вкусным. Но если неимоверно вкусным, тогда, может, пройду. Прошу, эндорфины для повышения настроения и снятия стресса. Ой, спасибо, Светик. Сейчас напишу и съем. Ой, просто кремень, а не женщина. Завидую. Свет, ты не можешь мне помочь? Угу. Подиктуй за обменной картой Оболенской. Ну, тут как курица, лапы, ничего не вижу. Давай, пиши. Угу. Так, ребенок, пол женский, рост 43, вес 2200. Группы крови. У матери первая, у отца вторая. Так, у ребенка третья. Подожди, так же не бывает, это какая-то ошибка. Надо сверить группы крови родителей. Да нет, ошибки быть не может. У Ирины кровь брали тут, все правильно. У отца точно вторая. Я сама у него утром переспрашивала, думала, переливание понадобится. Опа! Похоже, папашка-то не он. Да. А ты знаешь, кто муж Оболенской? Ну, предполагаю, какой-то обманутый наив. Борис. Подожди. Твой Борис? Рокотов? Не мой. Но да, Борис Рокотов. Офигеть. Ну, получается, отец не он. Светик, Светик, только я тебя прошу, никому ни слова, ладно? Угу. Пусть это останется между нами. Ну, конечно, чего ты. У них своя жизнь. Пусть сами разбираются. Пусть. Ну, Борис. Надь, ну что, все плохо? Ты успокойся, все хорошо. Прооперировали. Девочка хорошая. Состояние у обеих стабильное. К Гере можно? Нет, она еще в реанимации. Через пару дней разрешим посещение. Ты не представляешь, как я тебе благодарен. Спасибо огромное. Слушай, здесь кафе рядом. Может быть, посидим, день рождения дочери отметим? Борь, я не могу, ты вообще... Ну, здесь недалеко, на полчаса. Борь, извини, у меня много дел. Надя, тебя очень прошу. Если ненадолго. Ты подожди, я попозже приду. Хорошо. Я буду ждать. Ну что, сообщила? О, аж подпрыгивает от радости. Очень волновался за жену. Ну да. Как мир-то тесен. А я помню, как ты мне тогда на плече рыдала. Попил он тебе крови. Да перестань, Свет. 15 лет прошло, что вспоминать. Было и было. Ну ты чуть жизнь не сломал. Но ведь не сломал же. Да и вообще, похоже, он толком не знал, что тогда произошло. А может, и сейчас не знает. Так что зла я на него не держу. И вообще все забыла. Ну и правильно. Ладно, я побежала. Пока. Счастливо. Надюш, давай выпьем за мою дочь. Любимую и долгожданную. Здоровья ей. Надь, спасибо тебе. Ты, оказывается, прекрасный акушер-гинеколог. Тебе даже из других городов приезжают. Правда, фамилия у тебя Полунина. Это по мужу? Бывшему. Не стала менять, слишком много мороки. Дети есть? Нет.
Да у меня все прекрасно. Любимая работа, пациенты, диссертация на подходе. О, диссертация докторская уже так быстро. Ты лучше о себе расскажи. Ну что у меня? Все обычно. Живу в Питере, свой бизнес. Мебелью занимаюсь, дела идут в гору. С Ириной приехали сюда дом продать. Я наконец-то маму уговорил переехать к нам. Ты же мою маму помнишь? Конечно. Мама сейчас в Испании и еще не знает, что у нее родилась внучка. Ладно, Боря. Рада была повидаться, но нужно бежать. Я же тебя предупреждала, что долго не получится. Надь, подожди секундочку. Я очень часто тебя вспоминал. Боря, не надо. Все прошло. Ладно? Да. Увидимся. Да. Пока. Слушай, ну... Который час? Какая разница? Осталось сегодня у меня. И знаешь что? Вообще... Пизди ко мне. Ну, Игорь. Что? Ну, по сути сама, во-первых, ближе к работе. Нет, ну то, что ближе к работе, это, конечно, аргумент. Ну, хотя бы сегодня осталось. Игорь, ну мне правда нужно идти. Я утром обещала плеер подружке отдать, мы с ней по утрам бегаем. А, ну понятно. А отложить это, перенести или как-нибудь, или? Я же обещала. У нас все хорошо. А почему ты спрашиваешь? Просто сегодня какая-то странная. Да нет, все в порядке. Просто день тяжелый. Устал немножко. Опять опоздала. Ну, никак не могу себя заставить встать по будильнику. Надеж. О, спасибо. Теперь повеселее будет. Буду как ты, сама дисциплина. Да ладно тебе. Побежали. Побежали. Привет. С добрым утром. А я вот здесь все цветами украсил. Нельзя, наверное. Почему можно? Только не лилии. От них очень резкий запах. Нужно убрать. Я не подумал. Да, сейчас все уберу. Слушай, я помню, тебе лилии нравились. Может быть, заберешь себе букет? Нет, спасибо. Свете анестезиологу отдай, она будет рада. Хорошо. Ирина, как вы себя чувствуете? Как-то. Уберите эти цветы, пожалуйста. У меня от них голова болит. Так, осторожно, осторожно.
Вас что-нибудь беспокоит? Боли внизу живота. Аккуратно. Нет, ничего не беспокоит. Ложитесь. Руку дайте. Ирочка. Я не хочу никого видеть. Пожалуйста. Боря, выйди. Ей нужно отдохнуть. Боже ты мой, как все эти новоиспеченные папашки-то трогательны. Куда что потом девается, когда начинаются болезни, бессонные ночи, памперсы, беготня. Не все выдерживают. Это не тот случай. Борис очень любит свою жену. Ага. А теперь и ребенка. И потом не все отцы безответственные. Если вы намекаете на Игоря Владимировича, то тоже впадать в крайности не надо. Он теперь после развода совсем в няньку превратился. Так и будет. Квохтать над своими отпрысками до пенсии, до их пенсии. А я вот думаю, Анатолий Олегович, а как вас в неонатологи занесло? Вы же циник. Что есть, то есть. А ты почему без цветов? Мне кажется, тебе в первую очередь полагается. Борис пытался подарить, но я отказалась. Ой, какой заботливый муж, с ума сойти. Откуда что берется? Да, все меняется. Да, 15 лет как один день. Ты помнишь, что у меня в субботу день рождения? Ну, конечно, помню. Что за вопрос? Мы вас, Паша, ждем. Вас вместе с Игорем. Хорошо, мы придем. Так, стой, за мной. Сейчас, прости секунду, а? Да, Лев. Да, Штём, ну осторожней. Слушай, да. Да, хорошо, я понял. Я все понял, да, договорились. Ага. У тещи приступ панкреатита, Майя поехала к ней, а Виктор в командировке. В общем, эти гаврики сегодня на мне. Вместо вернисажа. Ну, хочешь, я тоже не пойду? Нет, ну ты что? Ну, почему? Сегодня же один день, встреча с художником. Это интересно. Сходи, сходи. Найди, с кем сходить. Обидно, конечно, хотел с тобой побыть. А то уезжаю на конференцию и... Ну, подумаешь, всего пару дней. Ну да. Ты еще скажи, что мы не школьники, что эти переживания не по возрасту нам, да? Ну давай я правда не пойду. Нет, иди. Иди. Ты знаешь что? Иди, а то опоздаешь. Ну ладно. Ну вот. Даша, Тёма! Эй, ну что вы деретесь? Пока. Пока. Ой, пока. Счастливо. Пока. Так, эй, детвора, зонт! Вперед, побежали! Эй, меня забыли! Давай, каблук, давай, давай, давай. Ну что? Она по-прежнему не хочет меня видеть. Я ее раздражаю. Борь,
Да не в тебе дело. Просто у нее стресс после родов. Все будет хорошо. Ты была такая смешная, неуверенная в себе девчонка. Если бы я знал, что... Если бы ты знал, то что? Ладно. Пойди проведай ребенка, а я к Ирине. Спасибо. Нет, вот я все-таки ничего не понимаю в этой абстракции. Вот что твой Игорь в этом находит? Он не мой. Так, подожди. Мне казалось, что ты его любишь. Свет, я прекрасно к нему отношусь. Просто у нас такие отношения. Без обязательств. Ой, очень современно. И я уверена, именно по твоей инициативе. Но почему же? Игоря это тоже вполне устраивает. Нам спокойно и хорошо вместе. Но зачем все усложнять? Конечно. Ведь любви-то это главное же спокойствие. Ты понимаешь, что ты тормозишь и себя, и его, между прочим, тоже. Я просто не хочу никому сильно привязываться. И съезжаться с ним не хочу. У каждого своя жизнь, свои привычки. Нет, ну подожди, ну это же просто какая-то дикость. Ты что, не понимаешь, что если мужчина любит женщину, женщина любит мужчину, то она должна ему варить борщи, они должны быть вместе. Ирин, вы спите? Ваш муж приемный. Он хочет к вам зайти. Я не хочу его видеть, не хочу. Вы себя нормально чувствуете? Да, все хорошо. А может, вам стоит поговорить с психологом? Слушайте, у меня все в порядке с нервами, с головой. Я чувствую себя отлично. Ну а что тогда с вами? Ну что случилось? Может, Борис вас чем-то обидел? Зачем он меня не обидел? Мы с ним даже не ссорились. Ну тогда я не понимаю. Я ему изменила. Так случайно получилось всего один раз, а потом до беременности. Ира. Так, Ира. Ира, успокойтесь, вам нельзя нервничать. У вас молоко пропадет. Да какое молоко, Господи? Ну вы же не скажете им, да? Вы же не скажете им, обещаете? Я не скажу. Привет. Привет. Надь, скажи мне, сколько эта послеродовая депрессия длится? Боря, ну откуда мне знать? У всех по-разному. Она меня даже не пустила к себе. Ну, хочешь, я попрошу нашего психолога с ней поговорить? Хочу. Давай я тебя подвезу. Нет, спасибо, не стоит. Послушай, поехали куда-нибудь, прогуляемся. Надо с кем-то поговорить. Пожалуйста. Ладно. Присаживайся. Помнишь, как мы с тобой ватой объелись, а?
А потом я полез в соседний сад за яблоками, ты осталась караулить и боялась. Да, молодые были. Творили черт знает что. Как будто не могли эти яблоки в магазине купить. Ты стала слишком серьезной, не находишь? Не знаю, может быть, повзрослела. Ну? Да и работа у меня такая. Работа еще не вся жизнь. Два. Надо уметь отключаться. Держите. Ну, улыбнись и ешь вату. Да это же сплошной сахар. Да. Зато очень вкусно. Ну, давай. Спасибо. У меня всегда вата с детством ассоциируется. Мы приходили в парк, всегда вату покупали. Ну что, узнаешь прежние места? Сильно все изменилось? Да, не Рио-де-Жанейро. Кстати, Рио, мы там с Ирой познакомились. Да ты что, в Бразилии? Да, прямо во время карнавала. Она меня из толпы выдернула на танец. Она танцовщица, ну, по контракту там работала. А мы с другом, помню, всю зарплату угрохали и поехали в Рио-де-Жанейро. Мечта была там побывать, как у Остапа Бендера. Да, вот так вот я Иру встретил. Любовь с первого взгляда? Ну, можно сказать и так. Нет, она веселая. Мне с ней хорошо. Правда, иногда хочется поговорить с умным человеком. С таким, как ты, например. О! Смотри, велосипеды. Пойдем посмотрим. Слушай, давай прокатимся. Да ты с ума сошел. Я 200 лет на велосипедах не каталась. Ну и что, ты же умеешь. Ну, умею, но у меня каблуки. Да ну, ерунда какая. Можно прокатиться? Да. А сколько денег стоит? Ну, покатайтесь, потом оплатите. Хорошо. А вата? Давайте, я подержу. Ой, спасибо большое. Да ты что, серьезно? Да серьезно, конечно. Ну-ка, давай. Бурь, я боюсь. Давай, мы с тобой в школе как гоняли, вспомни, давай. Ай, мамочки. Ну? Я боюсь. Давай, вперед, я за тобой. Майя, с днем рождения! Ура! Ура! С днем рождения, спасибо. Моя хорошая. О. А теперь сюрприз. Пойдем. Сюрприз? Туда, на диван. Всем? Прошу. Давай, 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 потом дай. Пашка, люблю твои сюрпризы. Ты же с нотом принимаешь, как всегда. Молодец. Готовы? Да! Давай. Оп. Так. Мы прям ждем. А? Вот это да, смотри, это же картошка. Да. Что это было? Слушай, это какой такой? А Васька, какой вообще? Светка, ты сейчас куда? Летающие картошки. Да. Ой, а это кто? Подожди, а, это Надя и Галя, помнишь? Да. Ой, а сапоги твои, помнишь, красные? Да. А, вот я со стипендией. Ты их потом еще потеряла, как всегда. Это... О. Ой, Надя, какая красивая. Ну ладно. Подождите. Ой, у меня же утка сгорела. Сиди. Сейчас я... Сиди. Я сама. А, ну ладно. Подожди, подожди. Ой, а это кто? Не помню. Это с параллельным курсом, наверное. Ой. Успели. Еще бы чуть-чуть и сгорело. Так, так. Осторожнее, не обожгись. Ну. А там на фотографиях ты с Борисом Рокотовым, да? Ну да. Мы были знакомы. Очень близко. Игорь, это было давно.
Давай лучше индейку переложим. Свет, а где у вас большие блюда? А вот там возьми на полке. Подожди, подожди, а это кто? Здесь? Да, вижу. Пойдет? Ну что, там не сгорело? Нет. Так, еще в пятую палату Кузнецовой обязательно зайди, ладно? Доброе утро, Надя. Ты что тут делаешь так рано? Ты знаешь, странное состояние. У меня ребенок родился, а я этого осознать еще никак не могу. Нет, головой все понимаю. Вот здесь. Нет, пока. Ну, ничего, придет со временем. Особенно, когда она не даст тебе спать по ночам. У нас тоже мог быть ребенок. Давай не будем об этом. Надь, послушай меня, я хотел прощения попросить, ну, за то, что тогда произошло, ну, послушай, там в Швеции все так закрутилось, я молод был. Мама мне рассказала все. Ты сама принимала решение. Ты обо мне вспоминала хотя бы иногда. Иногда. Извини, мне надо к пациенту. Дайте, пожалуйста, 3. Вот, спасибо. Сдачи не надо. Да, мам, а то я звоню, звоню. Поздравляю, у тебя внучка родилась. Да? Да. Подожди, а почему раньше срока? Что случилось? Уже все хорошо, все хорошо. Тебе сейчас фотки ее покажу, смотри. Ой. Вот еще смотри. А она что, под аппаратом ИВЛ? А, хотя да, она же не там. Ничего, зато какая она красавица, посмотри. Ну, покажи поближе. А какая у Ирины группа крови? У Ирины первая. Да, первая. Ты уверен? Да. Слушай, Боль, если у Ирины первая группа крови, то группу крови ребенка определили неправильно. Ты должен проверить. Мам, я сейчас не понял. Алло. Привет, Борь. Зачем? Ну, хорошо, Первомайская, 19, квартира 4. Ты уже так близко? Ладно, жду. Случилось? Надь, скажи мне, как такое может быть? Ну, ты же профессионал. У меня вторая группа крови. У Иры первая. У девочки третья. Но ведь этого же не может быть, да?
Видимо, произошла какая-то ошибка. Ну какая ошибка? Не надо со мной как с полоумным. Ну, я был в клинике, я проверял анализы. Ну, может быть, тогда следует переделать анализ крови девочки? Не следует. Я разговаривал с вашим педиатром Анатолием Олеговичем, он мне все объяснил. Надя, это не мой ребенок. Не мой, да. Боря, мне очень жаль. Прошу, успокойся. Ты знала. Ты все знала с самого начала, когда мы с тобой в парке. Я тебя очень прошу, успокойся. Я пошел в эту клинику, на меня врач смотрел, как на идиота, с улыбкой. Боря, я не имела права тебе сообщать об этом. Это касается тебя и твоей жены. Но не меня, извини. Ты меня предала. Она и ты меня предали. Боря! Боря, ну подожди! Танюш. Привет, как дела? Нормально. Слушай, а с плеером действительно лучше? Да, веселее. Да. А то я что-то засиделась в своем комитете по опеке. Столько бумажной волокиты. Ну, документы, оформление, постановление. Ну ладно, я побежала. Боренька, милый. Я знаю все про ребенка. Надежда Андреевна тебе рассказала, да? Нет, не она. Группы крови сравнили. Прости меня, пожалуйста. Прости, я так надеялась, что она будет от тебя брать меня, милый. Я не знаю, что на меня нашло, просто... Бес попутал. Избавь знаю, меня прости. Подробностей. Ну, прости меня. Ну, подходи ко мне. Я тебя очень не подходи люблю, ко мне, прекрати истерику, ты же знаешь, меня. Я этого не люблю. Прости меня, пожалуйста, я не хотела. Значит так, ты сейчас успокоишься, потому что это может навредить ребенку. Хорошо, я спокойна, ты же видишь, я спокойна. Почему ты к ней до сих пор не пришла? У меня потому что живот болит, ты же видишь, я еле хожу. Ну, пожалуйста, милый, прости меня.
как она сегодня? Да, отлично. Как видите, сама уже дышит. Так, глядишь, и до выписки недалеко. Надежда Андреевна, а вы не в курсе, что это вдруг господин Рокотов стал интересоваться группой крови ребенка? Пришел ко мне такой взволнованный, вы обязаны мне сказать группу крови, я отец. Анатолий Олегович, это не наше дело, и давайте не будем в него вникать. Да нет, что, мне ребенка жалко. То он не отходит от нее, сегодня даже не явился вообще. И что это мать себе думает? Девочке молоко нужно, она прибавляет еле-еле. Ладно, с Соболенской я сама поговорю. А молоко достанем. Добрый день, Ирина. Как ваше самочувствие? Нормально. Боря приходил. Он все знает про ребенка. Нет, он мне сказал, что это не вы ему сообщили. Все само выяснилось. Слава Богу. Слава Богу? Зато тебе врать не надо. Как камень с души. Ну, хорошо, вам виднее. Ир, а почему вы к ребенку не приходите? Она же скучает по вам. Да какой скучает? Дети не сознают еще себя в таком возрасте. И все равно вы должны ее навещать. А еще ей необходимо грудное молоко, понимаете? Хорошо, я зайду к ней. Только не сегодня. Не думаю, что мои гормоны стресса будут для нее полезны. У вас чудесная девочка. Борис, я хочу сказать, что есть небольшие проблемки, но все решаемо. Пройдет некоторое время, и вы не заметите даже... Папаша, папаша. Вот увидишь, он ее бросит. А мне кажется, он ее простит. Да не смеши ты меня, чужой ребенок, да еще после измены. Какой мужик это потерпит? И потом, надо быть ангелом, а Борис совсем не такой. Поживем, увидим. Посмотрим. Надя! Можно тебя на минуточку? О, привет. Привет. Ладно, не буду мешать. Пока. Пока. Прости меня за вчерашнее. Я был не в себе. Ты ни в чем не виновата. Просто этот ребенок, он... Он такой долгожданный, я так мечтал о нем, а тут такое. Я до сих пор не могу поверить в это. Что будешь делать? Я не знаю. Борь, нужно уметь прощать. Родилась хорошая девочка, но в конце концов она ни в чем не виновата. Ира тебя любит. Все будет хорошо. Я очень надеюсь. Спасибо тебе большое, ты настоящий друг. Больше не могу. Слушай, дети сегодня с Майей, может быть, поехали ко мне? Игорь, ты только не обижайся. Но я так устала. Хочу просто доехать до дома и выспаться. Понял? Извини. Да. Хорошо, я сейчас приеду. Аня звонила из неонатологии. У девочки начались проблемы с дыханием. Какой девочки? У дочери Альбанецкой. Игорь, ты меня извини, но мне нужно бежать. Спасибо за ужин. Все, пока.
Надежда Андреевна, идите домой. Анют, спасибо, что позвонила и сообщила. Я же вижу, как вы о ней беспокоитесь. Одна мать вам пришла, минуту посмотрела и убежала в палату. Как от чумы. Жалко девочку. Да. Ну, вы идите вам дежурить, а я уж жду. Да ничего, ничего. Я посижу еще немножко. Иди, Анют. Аня сказала, что ты всю ночь просидела с дочкой Оболенской. Совсем не спала? Да нет, подремала немного. Понятно. Ребенок плохо дышал. Ну, дети и раньше в реанимацию поступали. Ты же с ними, с каждым, не сидела всю ночь? Это потому, что это дочь Бориса, да? Ну, при чем тут Борис? Что ты такое говоришь? Извини, просто я подслушал случайно часть вашего разговора. Я так понимаю, ты его до сих пор любишь? Ты с ума сошел? Игорь, ну что тебе в голову взбрело? Мне взбрело. Взбрело, потому что с его появлением ты стала вести себя как-то совсем иначе. Меня почти не бываешь. И вообще ведешь себя как чужая, извини. Это просто стечение обстоятельств. Ну ты что, ревнуешь? Нет. Если ты скажешь, что не к чему ревновать. Операции. Такие танцы. Я профессиональная танцовщица. Я актриса. Ай. На ближайшее время об этом придется забыть. Какое еще ближайшее? Ну, все по-разному останавливаются. Вы пока к ребеночку сходите. Навестите его. Хорошо. Ну, как она? Все не прибавляет веса. Но перевести из реанимации в палату интенсивной терапии, думаю, уже можно. Да, я тоже думаю, что пора переходить ко второму этапу выхаживания. А кто у нас такая красавица? У кого такие глазки? Глазки. У нее при таких делах могут возникнуть проблемы со зрением. Да и ДЦП не исключаю. Вы же сами знаете, что признаки могут проявиться через несколько недель. Это такую ответственность на родителей возлагает, что... Да хватит панику разводить. Все у нее будет хорошо. Да-да, будем надеяться. Здрасте. Проходите. Как у нее дела? Уже лучше. Ну, были кое-какие проблемки с дыханием, но теперь все в порядке. А где ваше молоко, позвольте спросить? Вы что, не сцеживались? Молоко? Я, честно говоря, даже не знаю, как сцеживаться. Подождите. А разве медсестра вам не показывала, как это делается? Ну, что-то она там... Ну, хорошо, я скажу ей еще раз. А меня скоро выпишут? Вы хотели сказать «вас»? Ее еще рано выписывать. Да, но я себя чувствую отлично. Ирина, вы понимаете, что вы сейчас очень нужны дочери?
На этом этапе ей просто необходим близкий контакт с матерью. Она должна слышать ваш голос, чувствовать ваше тепло. Я понимаю, тепло. Вы пообщайтесь с ребенком. Пообщайтесь. И посмелее. Хорошо, можно назвать ее Эля. Элеонора, замечательное имя. Так зовут мою учительницу по танцу. Александра тоже красивое имя. Да, но Элеонора — это международное имя. А ты понимаешь, что в нашей ситуации это может... Александра тоже международное имя, и так зовут мою маму. Хорошо. Я просто имела в виду, что так у нас появляется возможность как-то... Послушай, давай мы не будем спорить. Кстати, ребенок, как выяснилось, не от Рогатова. Знаешь, Игорь, а вот от тебя я такого не ожидала. Ну ладно, Касьянов известный, трепло хуже бабы. Но ты... Ну, а если бы это не касалось тебя, я бы... И давай, пожалуйста, перестанем обсуждать личную жизнь пациентов. Это, в конце концов, неэтично. Хорошо, давай не будем. Есть вещи поважнее. Например, как мы будем... совмещать мою карьеру с этой ситуацией. Ты же понимаешь, что я не собираюсь бросать профессию? Наймем няню и обеспечим уход. Хорошо. Я слышала, как неонатолог сказал, что у нее могут возникнуть очень серьезные проблемы. Какие? ДЦП, проблемы со зрением. Послушай, не беги впереди поезда. Еще ничего не подтвердилось. Ну, хочешь, мы назовем ее Лилечкой? Лиля. Пускай будет Лиля. Замечательное имя. Ты маме не скажешь? Нет, не скажу. Я скажу, что в документах напутали с Бурбаковым. Это очень хорошо. Алло. Да ты что? Что за проект? А сколько съемочных дней? А когда они начинают? Да нет, что тут? Могу, да. Просто мне нужно решить один вопрос. Я тебе перезвоню. Да, точно, да. Давай. Больно. Ничего, я первый раз. Потом приноровишься. Вы привыкнете. А что будет с грудью? Слушай, да какая грудь? У тебя ребенок, ты радоваться должна. Вон в соседней палате у Львовы поздний выкидыш. И все, молока море, кормить некого. Вот это ужас. Пытаемся приостановить лактацию. А как? Специальными препаратами. Вот, брошюра, все об уходе с ребенком. А, почитайте, полезно. Надежда Андреевна. А может быть, дочке моей выписать искусственное питание, ну, или молоко другой матери, а мне вот эти вот препараты для остановки лактации? Ира, не говорите глупостей. Сейчас для вашего ребенка нет ничего ценнее материнского молока. Ну, я понимаю, но у меня же проект. У меня съемки, меня утвердили на съемки. Да вы с ума сошли? Единственное, что может быть сейчас важно для вас, это здоровье вашего ребенка. Так что выкиньте эти съемки из головы.
пожалуйста. Я там в палате случайно стакан разбила, все в осколках. Я так боюсь порезаться. Вы не могли бы попросить, чтобы кто-нибудь убрал? Ну, конечно, не волнуйтесь. Сейчас позову. Сейчас уберут. Идите к себе. Спасибо вам большое. Ира. Где Абаринская? Ее на УЗИ ждут. Здрасте. Не знаю, наверное, вышла куда-то. Сейчас найдем. А я вот молоко к УЗИ принес. Говорят, для лактации хорошо. Это да. Ну, куда она пошла? Секундочку. Алло, Ир, а ты где? Тебя на УЗИ ждут. Как уехала? Куда уехала? Куда? Уехала на съемки фильма, иначе бы взяли другую актрису. Я не понимаю, как? Как она могла бросить Лилю и никому ничего не сказать? Лилю? Да, мы девочку Лили решили назвать. Ире вообще не интересен ребенок. Господи, какая несправедливость, а? Вот ты, замечательный, добрый человек, и одна. И я хуже, чем один. Борь, перестань. А насчет Иры... Я не знаю, что с ней происходит. Может быть, гормональный скачок. Послеродовая депрессия. Но вдруг все наладится. Не наладится. Я не знаю, как мне жить дальше. Просто жить. Ты во сколько сегодня заканчиваешь? Боже мой. А тут вообще ничего не изменилось. Как будто и не было этих 16 лет. Ты что такая задумчивая? Что-то случилось? Все хорошо. Ты во сколько заканчиваешь? Я за тобой заеду. Борь, не надо. Вообще ничего не надо. Что было, то прошло. Ты же сам понимаешь, у нас теперь разные жизни. Послушай, ты до сих пор обижаешься из-за той старой истории? Ну так получилось, это стечение обстоятельств, но мы же любили друг друга. Нам хорошо было вместе. И тогда, и сейчас, и сегодня ночью.
Послушай, давай начнем все сначала. Поехали со мной в Питер. Что? Ну а что? С Ириной все закончено. Я подаю на развод. А ты в Питере работу себе найдешь в любой клинике. С твоей-то практикой тебя возьмут с руками и ногами. Ну. А как же девочка? Лиля. Лиля. Лиля будет с мамой, я буду ей помогать. Я не тороплю тебя, ты подумай. Алло. Да, привет. Поговорить. Слушай, я бы с удовольствием, но у меня сегодня такой тяжелый день, вал пациенток. Выходные. Игорь, боюсь, не получится. Я позвала людей балкон ремонтировать. Да, давай принесем. Я позвоню. Пока. Ну, а как у тебя с Надей? Нам надо познакомиться, не находишь? Все-таки она займет мое место в твоем доме. Хорошо, обязательно познакомитесь. Тетя Надя в последнее время совсем там не заходит. Зайка, просто у Нади очень много работы. Как-то вдруг все одновременно решили сошиться. Ну, тебе просто нужно на ней жениться. Да? Так считаешь? Хорошо, я подумаю. Дети чувствуют, что ты ее любишь, что она хорошая. Ну, я-то да, только Наде я как-то не очень, по-моему, нужен. Слушай, если есть сомнения, то надо сразу все прояснить, поставить вопросы ребром. Да или нет? Правильно я говорю? Да, конечно. Ну, как всегда, прав. Ну вот, слушай. Девчонки, а может, это... В выходные на велосипедах покатаемся? Я уже покаталась. Да? И с кем это? С Борисом. Да ладно вам. Просто развеялись после трудного дня. И все? Старая любовь не ржавеет. Ну что ты такое говоришь? Хотя, если честно, конечно, странно, что мы опять встретились. Ну, это не случайно. Да еще и при таких обстоятельствах. Конечно. Исключительно для того, чтобы ты могла сравнить этого человека с Игорем. И оценить Игоря. А, кстати, Борис чем занимается? Да какой-то мебельный бизнес. Ну, видимо, дела неплохо идут. О, так он богатенький мужичок, посостоит на Игоре будет. Да при чем здесь это? И вообще, я считаю, что мне лучше жить одной. И ни от кого не зависеть. Ну, конечно. Ну, что за глупости ты говоришь? Ну, разве тебе так хорошо живется одной? Вот я что-то не вижу, чтобы ты была очень довольна своей жизнью. Но ведь так. Привет, Борь. Да, это я. Нет, я по другому вопросу. Слушай, а ты вообще собираешься навестить дочь? То есть я хотела сказать Лилю. Нет, она здорова, но я понимаю, что у тебя дела, развод и так далее, но я думала, что ты найдешь. Да все в порядке, за ней наблюдают, но просто ее мать уехала, и ты... Ну, хорошо. Хорошо, но я надеюсь, что ты, когда разберешься с делами, ты все-таки заедешь к ней, да? Пока. Надежда Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте.
А я только что от Лили. Я смотрю, у нее все в порядке. Да, она молодец. Наконец начала набирать вес. А у меня, знаете, в общем, муж со мной разводится. Вот такие кардинальные перемены в жизни. Сочувствую. Да. Но есть хорошие новости. Через 2 недели съемки в Рио меня утвердили на главную роль. Роль моей мечты. Я так об этом давно мечтала. Но придется уехать. Подождите, как уехать? А как же Лиля? Я не знаю, как все это с моими графиками, как это все совместить. Но вы же планируете забрать ее отсюда? Вы же для этого вернулись в клинику. Да, только нужно понять, как все это организовать. И... Ну, не в детский дом же ее отдавать. Не волнуйся, малышка. Все устроится. Все будет хорошо. Привет. Столько бумажной волокиты, еле вырвался. Как она? Нормально. Боря. А что с ней будет, когда вы с Ириной разведетесь? Ну что, я буду деньги переводить, помогать как-то. Ты так волнуешься за Лилю. Ты замечательный человек, Надь. Может быть, встретимся сегодня? Я занята. Но когда-то же ты освободишься. Может быть, приедешь ко мне? Может быть, все-таки побудешь с малышкой? Ну, а что с ней сидеть? Ты же сама говоришь, что все в порядке. Действительно, зачем? Я очень надеюсь, что ты передумаешь и приедешь ко мне. Я буду ждать. Давай поговорим. Чем ты так расстроен? Знаешь, я все думаю об этой малышке, дочери Оболенской. Такая чудная девочка. Совсем не нужна своим родителям. У Ирины в голове одна карьера, и вообще ребенок ни к чему. Ну да, к сожалению, это очевидно. Ну, а ты-то почему так близко к сердцу это принимаешь? Мне всегда казалось, что ты к детям относишься как-то... Нет, ну ты с ними, конечно, ладишь, хорошо ладишь, но... Просто мне показалось, что ты своих детей иметь не хочешь. Я бы очень хотела. Но когда-то в юности я сделала аборт. И теперь я не могу иметь детей, Игорь. Собственно, из-за этого мы с мужем разошлись. Почему ты мне никогда не говорил об этом? А ты ведь и не спрашивал. Я никогда себе не прощу, что тогда избавилась от ребенка.
Надежда Андреевна, здравствуйте. Ну, все решилось. Уже взяли билеты, все, через 3 дня лечу в Бразилию. Представляете? Нет, не представляю. А почему вы меня так смотрите? Вы не понимаете, я так мечтала туда вернуться. Я только там чувствую себя счастливой. Ира, какая Бразилия? У вас ребенок еще находится в инкубаторе. А с Борисом вы договорились? Нет, не договорились, но он будет давать деньги на уход за Лилией. Надежда Андреевна, честно говоря, я хотела отдать ее на удочерение. Я просто не знаю, как это будет выглядеть. А как вы считаете, все это выглядит сейчас? Что мне душу рвет? Я сама не знаю. Что мне сделать в этой ситуации? А вдруг у нее вообще проявится ДЦП или проблемы со зрением? Кто ее вообще тогда возьмет? Ира, во-первых, сейчас никаких проблем нет. А во-вторых, поймите меня, ей нужны вы. Только вы. Ей нужна мать и больше никто. Да у меня проект. Да какой проект? Вы еще молодая, у вас будут сотни проектов. А если вы сейчас бросите ребенка, вы не простите себе это никогда. Поверьте мне. Танюш, я хотела тебя спросить, а что вообще нужно, чтобы усыновить ребенка? Речь о конкретном малыше? Да нет, пока вопрос чисто гипотетический. Стандартно. Нормальное здоровье, стабильный заработок, адекватные жилищные условия, положительная характеристика с работы. Но если появится какая-то конкретика, да пока ничего не понятно. Еще неизвестно, откажется ли от ребенка. Мысль хорошая. Если решишься, я тебе помогу. Спасибо. Ирина Николаевна, вот здесь вот подпишите. Вы понимаете, что с этого момента вы никаких прав на дочь вы уже иметь не будете? Да, я понимаю. Я уже могу идти? Да можете. Счастливого пути. Анатолий Олегович, с ней все в порядке? Не знаю. Прям как чувствует, что от нее мать отказалась. Как отказалась? Так. Только что подписала документы. Значит, все-таки бросила. Угу. Что это с ней? Не знаю. Надя? Надюш? Ну-ну-ну-ну. Что случилось, а? Я должна. Понимаешь, должна была ее уговорить не отдавать ребенка. Надюш, ты никому ничего не должна. Потом Ирина не похожа на женщину, которая думает о ком, кроме самой себя. Так что, ну, не мать она, не мать. Я знаю. И все равно чувствую себя виноватой. Да в чем, Надюш? Да во всем. Понимаешь, во всем. В том, что вспыхнули старые чувства к Борису. Ну так ты же не машина. Игорь. Я все понимаю. Все понимаю, то, что жалко его стало такого обманутого. Не надо ничего объяснять.
И чужую вину на себя не бери, слышишь? Лиле жалко. Жалко. Но с ней будет все хорошо, она девочка здоровая. И обязательно возьмет в какую-нибудь хорошую семью. Ты ни в чем не виновата, это вот я. Да. Я, конечно, ходил, переживал, ревновал, как дурак. Даже не спросил тебя, что ты чувствуешь. Игорь, я тебе очень благодарна. Ты прости меня. У тебя еще все будет хорошо. Надь, ты что, с ума сошла? Ты хорошо вообще подумала? Свет, я очень хорошо подумала. Вот тут я не уверена. Но я понимаю, тебе жалко эту малышку. Но нельзя же так каждый раз. Почему каждый раз? Я хочу взять именно Лилю. Я очень надеялась, что ты меня поддержишь. Ну ты просто не понимаешь, что это за ответственность. Ты уже себе не принадлежишь. Ты постоянно думаешь, где ребенок, что с ним, не случилось ли с ним чего. А я и так все время думаю, что с ней, как она, не случилось ли чего. Так уж пусть лучше она будет все время рядом со мной. Ну тогда давай думать о ней вместе. Я помогу тебе. Можешь всегда на меня рассчитывать, и я поддержу тебя. Игорь, я уверена, будет рядом. А вот в этом я не уверена. Зачем ему мои проблемы? Боря, ну все, ну перестань. Твоя женушка давно уже вон подписала отказ, уже укатила в Рио фестивалить. Вполне в ее характере, кстати. Мам, ты понимаешь, что все это как-то неприлично? Неприлично, Боря. Это воспитывать чужого ребенка и делать вид, что все прекрасно. Ну, Боря, ну, пожалуйста, ну, я же тебя знаю. Ну, тебе же ты скоро надоест, Боречка. И воспитание девочки останется на моих плечах. Ну, я не могу этим заниматься. Ну, ты вообще помнишь, сколько мне лет? Мамочка, ты прекрасно выглядишь и, слава богу, здорова. Но это не повод загнать меня, как лошадь. Боба. Ну, пожалуйста, ну я тебя очень прошу, ну, пожалуйста, ну, подпиши документы. Ну, скажи мне, пожалуйста, зачем тебе этот груз? Ну, это же минимум лет на 20. Ну, пожалуйста, послушай меня. Если бы это была твоя родная дочь, я бы умоляла тебя ее оставить. Я бы заботилась о ней. Ну, это же просто, это непонятно кто, непонятно от кого. Это... Мама, ты давишь сейчас на меня. Я не давлю. Я пытаюсь спасти тебя от серьезной ошибки. Вот, вот, пожалуйста, это они. Добрый вечер, проходите. Здравствуйте. Добрый день, Надя. Ну, я так полагаю, решение уже принято. Нотариус подготовил соответствующие документы. Ты, простите, вы, Надя, вы очень изменились. Боря рассказал, что вы без пяти минут доктор наук. Давайте вернемся к нашему делу. Борис. Надя, пообещай мне, что девочку отдадут в хорошие руки. Об этом можешь не беспокоиться. Я лично все проконтролирую. Ознакомьтесь. Вам надо подписать здесь, и здесь, и тут. Формальность не закончена. Ваш экземпляр. Договор. Я провожу вас.
Надеюсь, я никому ничего не должен. Ну, конечно, не должен. Никому и ничего. Счастливо. Малышка моя, Лилечка. Надо ей хорошую кроватку купить. Я уже подыскал. Поставим ее в гостиной, у окна. Не возражаешь? Конечно, не возражаю. Получается. Ну чего ты улыбаешься? Видишь, у меня ничего не выходит. Совсем уже голова кругом. Никак не могу разобраться в этой дурацкой схеме. Ну кто бы говорил? Ты же гениальный хирург. Такие кульбиты вытворяешь за операционным столом. И не можешь разобраться в какой-то простейшей схеме для вязания? Давай вместе посмотрим. Ну давай. Так. Ну это же все просто. Показываю. Вот это берем в правую руку. Это мы берем вот это сюда. Так. Ну что ты это делаешь? Еще раз вот так. И вот так. Все. Теперь не распутаешься. Никогда. Наденька, если что, обращайтесь сразу ко мне. Любой хорошо, совет, хорошо. Любая помощь. Ребенка не кутай, но от сквозняков береги. И к рукам не учай. Хотя нет, наоборот. Чаще бери на руки. Дети это очень любят. Ну, наконец-то. Это тебе? Спасибо. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Девочка. Ну, здравствуй. Здравствуй, Лилия Игоревна. Красиво. Сумочка, давай, давай, давай. Что ты знаешь? Это вам. Ух ты, как красиво. А давай их отпустим, загадаем желание. Давайте. Загадала? Да, а вы? Я тоже. Ну что? Раз, два, три!